есть это выбор маслиновых изделий. Выбор какой всяких перцев. Таня выбирает перцев всяких, зеленые, желтые, оранжевые, фенхель. Это не фамилия. Вот что-то непонятное. Картошка бататная, сладкая. Баклажаны 4,90. Вообще халява. О, блин, смотрите, какие баклажаны. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это выбор здесь, конечно. Вот это выбор. 20 что-то. Вот эти я знаю, но не помню, как называется, тоже по 20. Еще хрень какая-то тоненькая. Маленькие баклажашки. 5,90. Помидоры 4,90. Розовые. Зеленуха всякая, вся. Все, что обычно бывает и что необычно, тоже есть, что необычно. Таня огурцы нашла. Таня, огурцы почем? Сейчас я быстро пробегусь. Ну да, по 3,90 кабачки. Баклажаны какие огромные, круглые, по 5,90. Перец, батат, надо батата взять, запечь можно. Ну тут толпа, я вам скажу, тут конечно толпа, тут конечно толпа, 4,90. Конечно, толпа. Ну тут, конечно, выбор. Смотри, какие баклажашки, Тань. Блин, ну сейчас мне никуда. Блин, глаза разбегаются. Нам бы такое в Дивноморске, да? Да. Перцы нам особенно не нравятся. Гранаты по 4,90. Мандарины. Мандарины какие-то здоровые. По 5,90. Здоровые мандаринки. Апельсины 5,90. Все, все цены в шекелях. На 18 умножайте. Если что, кому интересно. Вот такой я видел даже в Ашане, в Краснодаре. Прям в таких коробках Джафа. Апельсины, лимоны. О, авокадо 7,90. Вот нормальная цена. Персики, яблоки. Еще какой-то авокадо по 12. Странный. Пошли дальше. Вот какая-то, что не знаю. И почем не пойму. Черри, чеснок. Чеснок 15,90. 300 рублей. Ну, наверное, как у нас приблизительно. Апельсины, черри, бананы.
бананы дороже, чем у нас, как ни странно, наверное. Хотя и отсюда цены нет. Так, посмотрим, что тут с картошкой. Вот у нас такая египетская называется, белая. Тут не знаю, чья. Ну, тут красная картошка по 3,90. Белая картошка по 2,90 белая. О, вообще бесплатно. Грушечки маленькие по 7,90. Еще грушечки и еще грушечки. И тоже по 7,90. Помело Андерсен по 5,90. Помело 3,90, 3,90. Татьяна Борисовна. Без денег. Татьяна, авикедо есть? Не обращай внимания. Манго по 7,90. Персики по 7,90. Манго по 7,90. Сливы не знаю почем. Сейчас скажу. Лимоны. Хурма. Хурма по 7,90. А сливы по 12,90. Киви. Киви. О, дрэгон фрукт. Китайская еда. 25,90. Dragon Fruit. Прикольная штука. 500 рублей килограмм. У нас явно будет дороже. Мандарины какие-то огромные. Зеленые. Я таких еще здесь не видел. Вот какие-то зеленые штуковины. Вот сливы еще какие-то. Ну, какие-то диковинные вещи. Инжир. Виноград. Вот какой-то. Виноград по 20, что ли, или это не виноград. Не, виноград по 7,90. А по 20 вот это. Виноград. Вот, кстати, по 8. Тоже по 8,90 виноград. Отличный виноград, причем все их тут прям пробуют так, как ни в чем не бывало. Ну, смотри. Ну, это, кстати, не очень. Ну, все так делают. Сейчас я еще черный попробую. Черный сладкий. Так. Помидоры. Очень много всяких помидоров. Черри, чмэри. Так, 790 такие. Ой, 17,90. Уже заговариваюсь. Черрики такие. Манго 7,90. Как вы помните, тут надо винограда взять. Да и помидор, наверное, надо взять. Тут что интересно, можно в магазине зайти, винограда попробовать. Вот это что такое, а? Я не знаю. Это яблоки. А это что за... То ли 39 стоит, то ли сколько, а что это такое, я не знаю. Яблоки. Яблоки по 12,90. Яблоки дороже манго. Лучше манго брать. Любой вам это у нас скажет. Сливы. Манго 7,90. Сливы. Яблоки. Там уже хлеб пошел.
лучок. Лучок 3,50. Ну что, где-то 60 рублей. Ну, тоже как у нас, в принципе. Тут неплохо по ценам. Имбирь 25,90. 500 рублей. Тоже как у нас. А зарплаты-то разные. Да? Выпечка за 24 кругляшка. Хлебушка. Помыла. Хлебушка. Глаза разбегаются. Куда идти? Куда податься? Яблоки, сливы, яблоки. Помыла. Гранаты. Смотрите, какими поддонами, блин, огромными. Хлебобулочные изделия, питы, то да сё.